Сегодняшнем видео у меня распаковка колонки Tron Smart. Это беспроводная колонка от популярной довольно-таки фирмы Tron Smart. Это у них самая младшая, скажем так, модель, но самая удачная. Эта моделька намного круче, чем те, которые подороже. Стоит эта колонка $60. Лично у нас в Беларуси я уже протестировал эту колонку, уже где-то неделю пользуюсь. И в этом видео вы узнаете всю правду про эту колонку. Значит, у нас здесь что? Мы можем его бросать в воду, под водой будет играть. Батареи хватает на 15 часов при прослушивании музыки на средней громкости. Если на максимальную, то 7 часов. Здесь у нас побольше басов. Это у нас режим стерео. И здесь у нас экстра бас в 3D режиме. Короче, с режимами тут производитель немного заморочился. Но больше всего мне понравился 3D режим. Звучание реально очень крутое. Также у нас здесь есть 3,5-миллиметровый разъем и голосовое управление. Вся остальная информация, где что делалось, вы сейчас видите. Собственно, вот так выглядит коробка этой колонки. Открываем. Здесь нас встречает вот такой вот вид. Сама колонка здесь у нас в таком вот пакетике. Вот так это все выглядит. Так, вот так выглядит колоночка. Что скажу по колонке? У меня были соневские, у меня жбрелки были. И могу сказать одно. Эта колонка для тех, кто постоянно, не знаю, находится у воды и боится, что его колонка может упасть в воду. Вот для вас эта колонка, потому что она сделана... Вот видите, тут болты видны. То есть так сделано, чтобы в воде с ней ничего не происходило. Например, у меня были колонки от Sony, где воду, конечно же, бросать нельзя. Там подсветка, все это очень красиво. А здесь у нас вид такой армейский. Это у нас задняя часть. Здесь у нас Type-C, microSD. И вот как раз таки тот самый разъем, куда можно вставить наушнички. Все, больше здесь ничего нет. Вот мы здесь заряжаем, когда нам надо зарядить. Подключается, конечно же, через NFC телефон, через Bluetooth, компьютер можно подключать. Единственное, что мне не понравилось, это то, что нету подсветки кнопок. На Sony была подсветка, было очень удобно. Здесь подсветки нету, поэтому, когда темно, я вообще не вижу, куда что я нажимаю. Здесь меняем режимы звучания. Это NFC, увеличит громкость, уменьшить, пауза, включение-выключение. Если задержать букву М на 2 секунды, то у нас отключается Bluetooth, то есть отключается от какого-то устройства и можно подключить уже к другому. Через решетку видно, что там внутри. То есть вот здесь колоночка, здесь у нас басовик, сабвуфер и здесь еще одна колоночка. Так, убираем в сторонку и смотрим, что в комплекте. В комплекте у нас вот такая вот картонная штучка. Открываем и смотрим, что внутри. Внутри у нас кабель для наушников, я так понимаю. И зарядка. Ну, логично, что без кубика. Также у нас инструкция. Все, больше ничего нету. Куда же без инструкции? Итак, что в инструкции написано? Ну, здесь ясен пень, что русского нету. Зато все остальные языки есть. Так, на английском тут можно все понять. Кому интересны характеристики, вот сейчас вы их видите на своих экранах. Аккумулятор у нас 3300 мА.
Bluetooth написано, что 5.0. Хотя мне в это, если честно, не очень-то верится. Размеры написаны. Вес у нас 780 грамм. Тут написано, как включать. Зажимаем кнопку включения. 2 секунды держим. И он включится, ну и так далее. Ну, короче, тут ничего интересного больше нету. Все. В комплекте больше ничего нет, самое главное — это наша колонка. Сейчас я буду вам показывать, как она звучит, но звучит довольно-таки хорошо, громко, и, если честно, мне звучание понравилось. Ну что ж, друзья, на этом у меня все, всем пока и до скорых встреч.